По информации Управления общественных связей, 26 октября в бизнес-инкубаторе «Импульс» прошло очередное заседание Клуба по разработке общегородской стратегии инновационного развития. В этот раз группа «Наука и инновации» собралась, чтобы более четко сформулировать миссию и идею своей работы, проанализировать различные предложения, объединить их в общий план, разработать целевые показатели, по которым можно будет оценить реализацию проектов. Основную идею своей работы группа определила как создание среды, в которой с детского возраста стимулируется творческое, инновационное мышление. Соответственно, подход к образованию в современных условиях должен стать другим. Образовательный маршрут должен начинаться с детского сада, а благодаря организации профильной и предпрофильной подготовки в школах этот маршрут в рамках города можно будет легко проследить. Члены группы пришли к выводу, что необходимо больше создавать объединений по интересам. Ребенок сам должен ставить перед собой задачи, тогда и выстроится его образовательный маршрут. Инновационное мышление требует нового подхода педагогов к работе. Для них должны проводиться семинары, тренинги по развитию инновационного мышления, современным методикам обучения, работе с современными компьютерными продуктами. Кроме того, перестройка будет эффективнее, если привлечь к ней старшеклассников, мнение которых позволит убрать эффект так называемого «замыленного взгляда» профессионалов. Все идеи группы можно разложить на 4 направления: концепция непрерывного образования населения, развитие творчества детей, подростков и молодежи, создание муниципальной системы поддержки инновационной деятельности, нормативно-правовая база и объекты инфраструктуры, проект «Новый учитель». Через 2 недели результаты работы группы должны быть представлены главе администрации города в виде программы.